Мне так понравились ролики, как весь шоу-бизнес гулял на дне рождения Максима Галкина. Какие они были веселые, искренние, шутили, танцевали, пели. Это так здорово. Я дам ссылку, посмотрите. Алла Пугачева произнесла речь, очень интересную. Просто прелесть. Мне так понравилось. Я получила удовольствие, посмотрела, как они танцуют, веселятся. Такие все естественные, искренние, душевные. Поздравили Максима Галкина 45-летием. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.